Здравствуйте, дорогие коллеги. Я Стремоухов Анатолий Анатольевич, врач общей практики. Давайте поговорим о фотохимических ожогах. Почему? Ну вот, обратилась ко мне молодая девушка и показала вот такую кожу. Это фотография кожи ног, бедра. Ну, такое же и на руках, и на голенях. И я понял, что нужно поговорить о фотохимических ожогах. Фотохимический ожог, он же фотохимический дерматит, он же фитофотодерматит, он же летний ожог. Ну так, простонародно. Это кожная, фототоксическая, воспалительная реакция, возникающая в результате контакта с чем? Со светочувствительным растительным агентом при воздействии ультрафиолета. Вот такое определение. Давайте конкретизировать постепенно. Существуют фототоксичные виды растений. Это некоторые зонтичные, как вид, некоторые цитрусовые, некоторые шелковичные и некоторые другие. Ну, на первом месте, конечно, некоторые зонтичные. Так вот, эти фототоксичные виды растений, их сок, который является светочувствительным растительным агентом, может вызывать поражение кожи, которое заключается в появлении эритемы, отека, затем пузырей, можете назвать их волдырями, и последующей гиперпигментации, что мы, собственно, видели вот на первом слайде с демонстрацией клинического случая. Так зонтичные. Но в основном главный виновник всех этих событий – это борщевик. Вот он на вашем слайде. Он очень широко распространен по европейской части России. Максимум вы видите по этой карте в Московской, Новгородской, Ленинградской, Псковской областях. Много, чуть меньше, в Тверской, Костромской и так далее. Ну, в общем-то, распространение такое широкое, что, в принципе, от борщевика не скрыться. Но борщевиков много. Вот есть борщевик сибирский, крайнее фото. Есть борщевик обыкновенный, другое крайнее фото. А вот в середине борщевик Сосновского, основной поставщик вот этой патологии, она в нашу с вами врачебную практику. Так что же это такое борщевик Сосновского? В естественных условиях он растет и в лесах, и на лугах. В основном это было на Северном Кавказе. В 40-е годы, еще не закончилось Великая Отечественная война, где-то 44-й год, потом послевоенные первые, где-то до 47-го. Он очень был, так сказать, перспективен, был признан перспективным для производства силоса, кормить скот. Поскольку достигает он большой высоты, от 1 до 4 метров, дает очень много зеленой массы, растет быстро, живет долго, 3-4 года. Посевы практически насекомыми не поражаются, устойчив к холоду. И поэтому где-то уже к 60-му году он был широко культивирован во многих районах европейской части СССР. Но с началом культивирования очень быстро выяснились многие минусы этого растения. Во-первых, силос из борщевика получается плохой. Объясню потом почему. А в листьях содержится фуранокумарины. Это преимущественно псоролен, бергаптен и метоксален. Вот они здесь показаны на рисунке. И культивирование борщевика было прекращено. Но его феноменальная живучесть привела к тому, что он быстро одичал и сделался инвазивным видом. И вот сейчас он практически везде. Так вот, фуранокумарины, мы говорим фуранокумарины, они вообще продуцируются разнообразными растениями, в частности, вот зонтичными, в том числе еще и цитрусовыми. И большинство из них, из этих фуранокумаринов, биологически активны. Вот, например, фуранокумарины, содержащиеся в соках цитрусовых, грейпфрут, подавляют активность одной из изоформ цитохрома P450, метаболизирующего ксенобиотики, и оказывают влияние на активность принимаемых одновременно с этим соком лекарственных препаратов. Поэтому, собственно, нам с вами и советуют, наши же с вами коллеги, и мы друг другу советуем, грейпфрутовым соком никакие препараты не запивают. Так вот, фуранокумарин у крупного рогатого скота при кормлении тем же самым борщевиком, фуранокумарины стимулируют выработку эстрогенов, которые нарушают и лактацию, и вызывают бесплодие. Плохо для крупнорогатого скота. У человека фуранокумарины усиливают чувствительность кожи к ультрафиолету. А это может вызывать ожоги кожи, ожоги слизистых оболочек, глаз. При этом фуранокумарины, почему так происходит, растворимы в липидах и легко проникают в эпидермис. Механизм действия фуранокумарина.
от воздействия ультрафиолета запускает целый каскад химических реакций, при которых вот активированные ультрафиолетом фуранокумарины встраиваются между цепочками ДНК, реагируют с азотистыми основаниями нуклеотидов, сшивают нуклеиновые кислоты, вызывают окислительный стресс. Все это вызывает повреждение клеток, препятствует нормальному их функционированию, а клинически выражается поражением кожи, образованием волдырей и медленно заживающих язв, с чем мы сталкиваемся, когда говорим о фотохимических и летних ожогах. Но мы должны понимать, что это защитная реакция растений. Таким образом, борщевик, если мы говорим о нем, защищается от патогенных организмов, повреждая их структуры, в первую очередь структуры бактерий и грибов, препятствуя их размножению, что, собственно, и делает вот этот вот борщевик чрезвычайно живучим. А если он стал инвазивным видом, одичал, да чрезвычайно живучий, с ним надо бороться. И вот борьба с борщевиком. Ежегодно борщевик увеличивает занятую им площадь, ну вот по статистике, на 10%. Каждый год все больше, больше, больше. Широкая экспансия борщевика способствовала появлению большого числа нарушенных, это термин сельскохозяйств, нарушенных земель при упадке сельского хозяйства в постсоветском периоде. Не все было благополучно в постсоветском периоде в сельском хозяйстве. А различные меры борьбы с борщевиком осложняются особенностями этого растения. Какие же особенности? Корень уходит в землю на глубину до 1 метра. И если после уничтожения растения сохраняется даже небольшой фрагмент этого корня, то оно вскоре вырастает снова. У одного растения бывает до нескольких десятков тысяч мелких семян, которые легко разносятся ветром и сохраняют схожесть в течение нескольких лет и устойчивы к ядохимикатам. При этом наиболее, конечно, эффективным, но самым трудоемким способом борьбы является выкапывание стебля корня, это называется стеблекорень. Потому что выкашивание и использование химических препаратов дают эффект временный. Но мы упомянули фотосенсибилизаторы и говорили о псоролении, метоксолении, бергаптене. Что это? А это препараты. Эти фотосенсибилизаторы стали лекарственными препаратами, которые эксплуатируют вот этот фотосенсибилизирующий эффект для получения терапевтической пользы у некоторых пациентов. Эти фотосенсибилизаторы выпускаются в виде таблеток, капсул, мазей, растворов для наружного применения и используется в комбинации с длинноволновым ультрафиолетовым облучением. Называется это ПУВО-терапия. ПУВО-терапия. Это применяется при лечении витилиго, при лечении псориаза, красного плоского лишая, грибовидного микоза, гнездной алопеции. Достаточно широк спектр их воздействия. Ну, вот псориаз. То есть вот фотосенсибилизатор, ну, допустим, там псоролен наносится на псориатические бляшки, подвергается воздействию определенного длины волны ультрафиолетового облучения и, собственно, должен привести к некоторому регрессу этих бляшек. То же самое происходит с витилиго. Вот классическая картина витилиго. Депигментированные участки. На эти депигментированные участки наносится фотосенсибилизатор, подвергается ультрафиолетовому облучению. И в результате должен выработаться меланин для того, чтобы, так сказать, окраска кожи пришла к норме. Но эти механизмы настолько вот чувствительны, и любая передозировка либо препарата, либо облучения может привести к неприятным эффектам. И тогда возникает фотохимический ожог. Вот попадание фотосенсибилизатора на кожу, вот воздействие ультрафиолета, и вот такой выраженный фотохимический ожог. О чем мы с вами сейчас и поговорим. Особенности этого заболевания. Особенностью является то, что пациенты обращаются в определенное время. Это с мая по сентябрь, когда эти растения набирают силу и цветут. Наиболее часто в июне, в июле. Вот в эти временные рамки вы можете сдать пациентов вот с такой патологией. При этом, что неприятно, контакт с фототоксическим веществом, как правило, случайен, происходит во время, так сказать, жизнерадостного отдыха на природе в солнечную погоду, особенно при срывании или срезании стебля этого растения или этих растений подобных, прогулках в зарослях этих растений. И чувствительность-то к соку растения очень индивидуально. Иногда поражение развивается даже при попадании сока не то, что на незащищенную кожу, но даже через тонкую ткань летней одежды. Неприятно то, что контакт с растением часто не замечается, поскольку в момент этого контакта никаких болезненных ощущений не возникает. И основная масса обращается к нам
только при возникновении первых симптомов заболевания, когда невозможно предотвратить развитие этого поражения. Все уже состоялось. Клиническая картина. Наиболее характерным является поражение верхних и нижних конечностей. Почему? Они открыты. Лето, они открыты. Это маечка, это там шорты. Поражение верхних и нижних конечностей с десквамацией эпителия и формированием болезненных повреждений, аналогичных термическим ожогам. Первый, второй, даже третий степени. Вот поражение туловища, головы и шеи встречаются реже. Они реже контактируют с соком растения. Манифестация заболевания происходит в течение 24 часов. Пик через 48-72 часа после воздействия фототоксического агента. Что возникает? Возникает гиперемия кожи с четкими границами, и мы с вами видели. Отек тканей. Затем появляются мелкие тонкостенные пузыри. Впоследствии они сливаются, образуют большие пузыри или большие по отношению к первичным пузырям. Напряженные, толстостенные, наполненные прозрачным серозным содержимым. Если пузырь сохранен, то болезненных ощущений нет. Но дети. Дети – частый поставщик этого вида патологии в нашу клиническую практику. И вот дети, пока пузырь целый, нет никаких неприятных ощущений, с интересом, так сказать, с ним работают. Изучают его, трогают. Иногда надкусывают, интересно же, да, или прокалывают. И вот тогда появляются боли. При нарушении целости пузырей появляются боли, которые усиливаются при прикосновении к месту повреждения, сопровождаются жжением и зудом. Когда все разрешается, пузыри оставляют пигментированные, так как вырабатывается меланин под действием фуранокумаринов, пигментированные рубцы, которые могут сохраняться в течение нескольких лет. Кроме того, контакт с растением может вызывать раздражение дыхательных путей, тошноту, рвоту, головную боль, конъюнктивит. Если течение заболевания не осложнено, нет инфицирования поврежденной кожи, то на 5-7 сутки отек уменьшается, происходит активная самостоятельная краевая островковая эпителизация. Но если развились гнойно-некротические осложнения, то заживление раны происходит вторичным натяжением, как правило, и это будет только через 2-3 недели от момента повреждения. Вот так это выглядит на практике. Вот первый день. Гиперемия с четкими границами, отечность небольшая в данном случае, появление тонкостенных пузырей, которые не повреждены, которые постепенно увеличиваются в размерах. И ко второму дню, вот второй день, картина уже иная. Большие толстостенные, наполненные содержимым пузыри на фоне гиперемированной отечной кожи. Если заболевание протекает без осложнений, то к шестому дню, мы говорим на 5-7 день, вот это шестой день у нашей пациентки, той самой, которую я вам показывал на самом первом слайде, происходит разрешение пузырей, формирование на этом месте корочек и отпадение этих корочек. Гиперемия постепенно замещается гиперпигментацией. Вот это шестой день, вот это восьмой день, гиперпигментация становится более насыщенной, а поврежденные поверхности постепенно эпителизируются. Вот это на 10-й день происходит дальнейшая эпителизация поврежденных поверхностей, отпадение корочек, нарастание гиперпигментации, снижение отека. И вот на 14-й день при неосложненном течении этого заболевания мы видим восстанавливающуюся в своей целостности кожу с выраженной, мощной, так сказать, зафиксированной гиперпигментацией в области поражения. Это характерная клиническая картина и характерное развитие заболевания. Но мы же не просто констатируем факты, мы должны влиять на это. Но тут возникает проблема, что иногда пациенты обращаются за медицинской помощью лишь при возникновении осложнений после самолечения. И эти осложнения представлены, как правило, гнойно-некротическими ситуациями. Здесь и эрозирование поверхности, здесь и серозно-гнойное отделяемое, здесь могут быть участки сухих некрозов, и если все это произошло, то интоксикация, то есть гиперемия, озноб, головная боль, головокружение, лейкоцитоз. Такое бывает, не часто, но бывает. Поэтому мы должны как можно раньше начать лечение. Во-первых, чтобы пациент к нам обратился, и как можно раньше начать лечение. Лечение целесообразно проводить местно. По правилам лечения термических ожогов. Во-первых, тщательный туалет раны. Водой
лучше прохладный, антисептиками, попозже скажу. Начать нужно с этого. Потом удалить десквамированный эпидермис и пузыри, если они повреждены. Промыть все это бесспиртовыми антисептическими растворами, бесспиртовыми. И наложить мазевую повязку на 2-3 дня, после чего ее менять. 2-3 дня и опять менять. При этом целесообразно применение атравматических раневых покрытий, они сейчас доступны во многих аптечных учреждениях. И что очень важно, водорастворимых антимикробных мазей, водорастворимых. Потому что фуранокумарины хорошо растворяются в липидах. И чтобы не было дополнительного повреждения, антимикробные мази должны быть водорастворимы. Но это, например, это мази с левомицетином и полиэтиленгликолем. Вот эти водорастворимые антимикробные мази очень хороши. Если все-таки произошла какая-то вот неприятная ситуация, появилась интоксикация, там, повышение температуры тела, отеки и так далее, то по показаниям назначаются ненаркотические анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, если нужно, антигистаминные препараты традиционные. Глюкокортикоиды можно использовать местно, в основном для купирования асептического воспаления и предотвращения прогрессирующей десквамации эпидермиса. Нужно остановить процесс. Вот для этого хороши местные глюкокортикоиды. Если интоксикация, вы налаживаете инфузионную терапию. Если инфицирование, вы даете антибактериальные препараты. Важно помнить. Вот об этом забывают, но важно помнить, что очаги поражения могут не только оставаться гиперпигментированными в течение длительного времени, но и сохранять длительное время выраженную фотоактивность. Поэтому на пораженные участки рекомендуется ежедневно, но уже пораженные участки, ежедневно наносить солнцезащитный крем с уровнем защиты не ниже 50. Вот Sun Protection Factor не ниже 50. Потому что фотоактивность сохраняется долго. И не нужно думать, что вы произвели какие-то первые действия, и вопрос решен, а дальше происходит самостоятельное заживление. Нет. Профилактика. Профилактика, конечно, сложна, поскольку с заболеванием мы сталкиваемся не сразу с момента попадания болезнетворного агента из сока растений, а через некоторое время, когда процесс уже запущен. Но все-таки самое главное – избегать контакта с фототоксичными растениями и веществами выделяемыми, избегать инсоляции, то есть активации этих веществ, ультрафиолета. Ну, трудно летом добиться и того, и другого, но мы должны знать сами, информировать наших пациентов об этом. Важно для профилактики самостоятельно не уничтожать фототоксичные растения. И пациентам об этом объяснять, и самим этого не делать. Мы все равно что-то сделаем не так. Все равно этот сок попадет. Мы можем усугубить и свое состояние, и подвести пациентов, если будем рекомендовать им вырубать, допустим, тот же самый борщевик. Пусть этим занимаются специально обученные люди. Если человек находится в опасном районе, он должен носить длинную верхнюю одежду, брюки, рубашки с длинным рукавом. При необходимости, понимаю, что, так сказать, звучит фантастично, перчатки, защитные очки, если он находится в опасном районе. К сожалению, летом многие пренебрегают вообще какой-нибудь защитой, в том числе от инсоляции. Я всем говорю, солнце – это не только друг номер один, это еще и враг номер один, он запускает массу патологических процессов. От аутоиммунных до фототоксических. Использовать солнцезащитный крем для открытых участков тела. Изначально использовать до вероятных контактов с фототоксическими растениями. После прогулок принять душ или ванну, лучше прохладно. После случайного контакта, если человек понял, что вот он все-таки был контакт, промыть пораженный участок холодной водой с мылом. Избегать дальнейшего воздействие солнечных лучей не менее чем 48 часов. Вот не менее чем 48 часов. Даже не допуская попадания света через окна. Уже этого света, проникающего через окна, достаточно, чтобы запустить фототоксическую реакцию. Ну и, естественно, внимательно следить за детьми. Рассказывать им о вреде борщевика. Запрещать игры в зарослях растения или с частями растений. Ну, в моей практике, да, наверное, и в вашей, уважаемые коллеги, ну, детям интересно играть в таких зарослях высокого растения. Знаете, как в джунглях придумывают для себя даже такие игры. А уж срезать вот эту вот трубку этого борщевика, использовать его как там палку для каких-то игр. В моей практике был случай, когда ребенок, ну, подросток там, да, использовал вот эту вот толстую, это же трубка целая, толстую трубку борщевика для того, чтобы сделать такую импровизированную подзорную трубу. Представляете, срезанный, да, стебель
сочащимся вот этим вот соком, да, поднести к глазу для того, чтобы посмотреть, вот как пират, да, на корабле, посмотреть эту подзорную трубу, что потом было с кожей вокруг глаз. Или же делают из этих трубочек, набирают там, допустим, каких-то ягод, рябины, гороха, и делают такую вот плевательную трубочку, устраивая перестрелку этим горохом с помощью вот этих вот приспособлений. Что потом происходит с губами и кожей вокруг рта, можете себе представить. Жесточайшие поражения кожи. Поэтому следить за детьми, рассказывать им о вреде борщевика, запрещать игры в зарослях с растениями или с частями растений, не позволять ходить босиком по скошенной траве, вы не знаете, что там. Не рубить борщевик палкой и не рвать руками. В любом случае сок попадет на кожу. Любая инсоляция, даже очень слабая, запускает фотохимическую реакцию. Первая помощь, если все-таки это произошло, это вот то, что вы должны рассказывать родителям этих детей для того, чтобы, ну, как-то с первых часов вот этой вот неблагоприятной ситуации начать на нее благотворно воздействовать. Во-первых, надо сказать, что фотохимические ожоги у детей могут протекать тяжелее, чем у взрослых. Почему? Более тонкая кожа с плохо дифференцированными слоями. Детская кожа тоненькая, ранимая. И отсутствие плотной соединительной ткани. Барьера нет хорошего. Поэтому фотохимические ожоги у детей протекают тяжелее. Если контакт ребенка с соком растения все-таки произошел, промыть участок поражения холодной водой. Холодной водой. Беречь пузыри. Беречь целостность пузырей. Забинтовать их не грубой сухой тканью. Если больно, пузырь поврежден, пошла боль. Использовать парацетамол или там ибупрофен в сиропе, да, вот эти детские дозировки и детские формы препаратов, они купируют боль в массе своей, так сказать, да, вот в массе этой боли, и ребенок станет просто спокойным. Увеличить объем выпиваемой ребенком жидкости. Ну, зависит от возраста, конечно, там до 1-2 литров в сутки. Надо помнить, что мокнущая поверхность ожога – это входные ворота для вторичной бактериальной инфекции. А признаками этой инфекции является помутнение содержимого пузырей, отделение эксудата, образование корочек, покраснение, припухание краев ран, усиление болезненности, повышение местной температуры кожи. Говорите, да, тыльной стороной ладони, посмотрите местную температуру кожи. Очень важно, если пузыри у ребенка занимают площадь более 3-4 ладоней этого ребенка или развиваются видимые осложнения, то обеспечить госпитализацию. Ни родителям, ни вам в амбулаторных условиях вот с этой ситуацией не возиться. Обеспечить промывание участка холодной водой, беречь целостность пузырей, забинтовать тканью, увеличить объем жидкости, использовать анальгетики или нестероидные противовоспалительные препараты и обеспечить госпитализацию. Самолечение в этих случаях противопоказано. Вот Фрэнсис Бэкон говорил, в делах человеческих разбирается не тот, кто больше прожил, а тот, кто больше наблюдал. И вот фотохимические ожоги, фитофотодерматит – это из разряда наблюдений. Из разряда наблюдений, как возникает заболевание, как оно развивается, и что делать, чтобы оно не нанесло большого вреда человеческому организму. Поэтому, уважаемые коллеги, если моя сегодняшняя беседа с демонстрацией вот этого клинического случая была вам полезна, я буду очень рад. До новых встреч! Дорогие коллеги, в наших последующих вебинарах. Спасибо.